Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, 6 миллионов древесины принес мне Громель. Так, водорез 12 лямчиков. Ну что, будем надеяться-то, что ветрокрыл у меня прокачается. Ать, мимо, мимо. Твою же налево, как его долго качать, а? 100 миллионов. Ага, рыба мне дал. Ну что, отправляем его дальше прокачиваться. Так, вперед из песни. Ты тоже вперед из песни. Так, а у нас по железу всего лишь 2. А почему этот у меня без... без добычи, без всего? Сидит там, прохлаждается, а? А эти? Ну-ка давай посмотрим, что ты нам принес тут. Бесплатно. Полетел, он только полетел на это задание. Ах ты жук. Так, а здесь у нас либо шлем, либо руны. И что же нам выпадет? Выпадают нам руны. Только вот сколько количества? 4. Но этого мало. То есть, грубо говоря, он просто оправдал. А нет, все-таки на 2 руночки мы с тобой остались здесь в выигрыше. Так, у реки. Бесплатно. И Грамгильда. У тебя-то что? Ну, здесь ясен перец, да? Тут янтарь. И, кстати, янтарь, наверное, мне и выпадет. Но это не точно. Все-таки руны. 12 штук. Вот это я понимаю. 12 штук уже лучше. Пускай летит. В общем, мы их на задание отправили. Здесь мы посмотрим. Ничего я не буду здесь менять. Так, давай тогда смотреть, кто у нас чем занят. Здесь отдыхает, потому что у него рыба. Этот тоже отдыхает. Хм. Древесина. Так, ну что, Весночёс, ты-то хотя бы прокачаешься, нет? Не, какой там, ребят. Ничего подобного. Блин, вот это вот бесит. 100 миллионов рыбы. Так, лети, добывай рыбу, потому что я ничего не могу сделать с вами. Пока. Так, давай-ка мы ему вот так сделаем, пускай летит, качается. А этот тоже шипотень. Пускай левел себе повышает. Так, дальше смотрим. Что ты? Чешуйка плюс янтарь. Иди, ползи. Здесь на обучении. Так, это кто у нас? А, болельщик сардельки. Это мармелет. Это мармелет. Слушай, может быть, нам с тобой болельщика, может быть, нам его прокачать, а? Пускай летит. Ага, ну как всегда, академия у нас с тобой вся завалена. Ничего мы с тобой здесь сделать не сможем. Ну что, давай тогда открывать сундук. Загадочный пак. Кошмарный пристеглов, громобой, шипорез. Плюс капелька ресурсов. Так, и давай тогда глянем еще сразу рекламный. Монеты Одина. Лаварык, шипорез, душитель. Так, и ресурсы. Ну что ты мне тут? Прохлаждаешься, да? Вперед, вперед, вперед на поиски. Так, здесь у нас пак созрел. Забираем, это редкий. Кошмарный пристеголов, кревет, ужасное чудовище, шепот смерти, древоруб и вострозуб, барс и вепрь. Открываем с тобой последний. Не знаю, сможем ли мы сегодня поиграть на арене. Сейчас все посмотрим. Так, ты что тут прохлаждаешься? Лети. Остальные вроде бы как при делах, да? Значит, заберем тогда быстренько с тобой здесь награды. Янтарь. Еще янтарь. Нам нужно собирать листья. Листочки — это наше все. Так, соточку мы здесь с тобой получим, да? Окей. Соточку. Получите в схватке трофеи 300. Угу. И 500. 300 и 500 трофеев. В принципе, это все реально сделать. Ничего сложного нету. Что у нас тут за задание? Мы со стойком потеряли 20 лет из-за упрямства и недопонимания. Я не могу позволить и Кингу, и Астрид совершить ту же ошибку. Хм, с современными детьми все не так просто, Валка. Я даже не могу понять, что творится у них в головах.
Нужно попытаться. Мы поговорим с ними, как только Икинг вернется из путешествия. Давай разведаем гибельный рай, приятель. Возможно, нам удастся найти там то, что мы ищем. Так, поищите мечи Крада в гибельном раю и поищите кораблекрушителя. Хорошо. На поиски 18 часов уйдет. А, Беззубик у меня в академке, оказывается. Качается, ё-моё. Так, ну здесь обмен поставим. Значит, пока, ребят, нам не судьба начать это задание. Эти твари убили немало жителей в вашей деревне, но однажды вы проснулись и решили, что они ваши друзья? Драконы тоже потеряли немало своих сородичей в сражениях с нами. У нас гораздо больше общего, чем мы думали. Правда, Громгильда? Раунг. Эрит боится драконов, потому что он их не понимает. Нужно с этим что-то делать. Поселите на Олухе Лаварыга. Ну, Лаварыга-то я могу поселить. Какие проблемы-то? Разместить. Вон он там стоит. Так, а подожди, а что еще надо было? Поселить и... древесину ему нужно, да? Пускай... Блин, все лесопилки заняты. Так, надо нам кого-то с тобой... Так, давай вот этого... Нет. Этот пускай собирает. А кто же нам тогда... Кто меньше всего древесины приносит? Начать обучение. Пускай летит, да? В титаны. Так, стоп. Да господи. Тогда вот этот пускай у нас... Возвращается, да? А Лаварык... где его поставил-то? Ё-моё. Где-то же тут. Потерян. А, вот он. Вот он. А он пускай летит, собирает древесину. Ну что, вроде бы здесь по заданиям все. Так, ребят, давайте заберем свои награды. У нас тут есть кое-что. Потому что я начал проходить уже события. Там осталось очень мало времени. Я не знаю, хватит ли. По-моему, не хватит энергии, чтобы сегодня допройти все это дело. Так, и шестеренки, да, здесь? Окей. Так, что у нас тут еще? Тусклый янтарь. Это мы забираем. И еще один загадочный пак. Ну, как видим, ничего, ребята, существенного здесь нам не выпадает. Только лишь 1000 рун мы с собой уже насобирали. Это хороший знак. Ну что, события. У нас 2 события, ребята. Как ты видишь, один день остался всего лишь на прохождение. Твою налево, 33%. Ну вот как вот это вот можно пройти? В принципе, можно пройти, если мы будем с тобой тратить руны. То есть тут выбор. Либо мы с тобой тратим руны, но проходим события. Либо мы не тратим и не проходим события. Все очень легко и просто. Ну что же, поехали. Начнем потихоньку бомбить. Что-то там. Это сородич скалотряса. Волны, как мы видим, всего лишь 2 штуки. Добиваем. Отлично. Такс. Ага. Ёк-макарёк. Тут и такие, и такие. Слушай-ка, мне вот это все не нравится. Давай, наверное, сделаем понижение защиты. Плевок. Мы делаем укус. Слушай, сейчас, по-моему, будет какая-то массовая атака вот от этой пакости. Или не будет? Будет, конечно же будет, ребят. Они этот момент не упустят. Поэтому в наших интересах захиляться сейчас. Тихо, тихо, подожди, не то ты делаешь. Вот надо что, рейчик делать. Мы захиливаемся. Но поможет ли это нам? Я не слышу даже звуков битвы. Музыка играет, но я... Потеряли Барсика. Сделаем с тобой вот так. Ага. Минусанули тройного удара. Ну что, голодранец, вот мы до тебя, костоломчик, и добрались. Понижаем тебе сразу же защиту, чтобы тут не вякал. Укус. Сделать он ничего здесь не сможет. И на следующих... Ага, хильнулся. Ты думаешь, это выход из положения? Нет, конечно же. Ну и, как ты понимаешь, победа за нами. Крутите колесо, да? Так, что же нам тут? Древесина выпадает? Допустим.
Так, мы двигаемся с тобой дальше. Здесь будет у нас проходящий поединок. После него мы получаем с тобой ареновский пак. Ну что у нас тут? Я смотрю, душитель есть и кревет. Опять же куда-то звуки. Уже и музыка исчезла, да? Музыки нету. Ни музыки, ни... Только шелест. Секунду, он себе... Блин, он себе повышение атаки сделал. Слушай, мне вот это не нравится. То, что он себя тут усилил. Будем надеяться на то, что он все-таки не успеет реализовать свой самый мощный удар. Он еще и промахнулся. Это, кстати, хорошо. Естественно, понижаем ему защиту плюс атака. Все, кританул мой барсик. А здесь у него два костолома. Начнем, естественно, с самого сильного, 15 уровня. Понижаем броню. Делаем укус. Я думаю, что на следующий ход мы его распишем. На следующий ход, я имею в виду, когда будут наши драконы, естественно, ходить. Еще вытворяет. Поехали. Раз, два. Хильнемся. Это необходимо просто сделать. Плюс здесь атаку. Так, а вот теперь нельзя позволить ему сделать свою суперскую атаку. Поэтому ничего здесь не делаем. Просто вешаем на него слепоту. Вот таким вот образом. И теперь уже пускай хоть бегает, хоть не бегает. Ничего ему здесь не поможет. Ну, а мы с тобой спокойненько сейчас его добьем. Так. Все, кританул. Крутим колесо. И выпадает нам с тобой... Да ладно, прилив сил? Ты серьезно? Даже на рулетке почему-то музыки нету. Куда вся игровая музыка делась, я не могу понять. Так, открываем с тобой пак. Содержит 232 карточки новичков. И все. Так, подожди, а если я выйду... Блин. Куда музыка-то делась? Эй! Я без музыки, знаешь, такое ощущение, как будто либо музыки нету, либо я оглох. Такое впечатление. Но если я свой голос слышу, значит все нормально, да? Так, слушай, вот этого вот ханорика мы, наверное, в первую очередь с тобой распетрушим. Успею ли? Успею. Так, ну что, громобой, ты стоишь, я вижу, что ты стоишь и радуешься. Делаем укус. Делаем понижение брони. И отравление не будем, просто ударим его. Дальше он что чудит? Просто кусает, окей. Ну молодец, кривоклык, ты прям критуешь. Так, все равно я буду начинать вот с этого. С этим мы разберемся. Хотя он огнеплюй, да, я все прекрасно это понимаю. Но все-таки надо с этим ханориком разобраться. Мы можем даже немножко хитрее сделать. А стоит ли этого? Нет, пока не стоит. Почему не стоит, ребят? Потому что у них энергии мало. И если мы даже сюда повесим на него слепоту, ну, он плюнет своим фаерболом. Особого урона он не нанесет. Вот если бы здесь было бы 3 или 4 энергии, тогда да, я бы еще призадумался бы. Потому что он мог бы сделать суператаку. Но в данном случае он просто бесполезен. Ну и что-то, но... Так, у нас было много здоровья, поэтому ничего страшного. Восстанавливаем его полностью, да? Почти. Делаем укус и... Слушай, и все. Сейчас мы его распечатаем. Слушай, наверное, надо перезайти в игру. Ну, куда-то музыка делась и все. Главное здесь победа все-таки. Крутанем колесо. И выпадает нам с тобой 75 миллионов рыбы. Как-то так. Ну, а теперь нужно, наверное, все-таки перезайти. Так, друзья, моя музыка появилась, все вроде бы в норме. Так, и у нас поединок с тобой за 75 рун. Я вижу тут кревет, опять же костолом. Начнем с кревета. Ну что ты там? Ага. Ну а ты кого будешь бомбить? Вы специально, да, сейчас хотите мне штормореза вырубить? Молодец, кританул. И это круто. Так, ну что, против... Ага, погоди-ка, против стражей. Он же сейчас будет делать разбег. Точно. Это плохо. Угу. Сможем ли мы спасти? Вот в чем вопрос. Мне кажется, не получится. Сейчас добьет.
Ага, то, что он промахнулся, это круто. Ну, тогда мы здесь его добиваем. Вторая волна, и тут у нас кто там? Ну, есть интерес, что начнем с этого. Плюс отхил, про него не забываем. Укусик. Сейчас они будут вдвоем, а я думаю, что он будет атаковать все-таки штормореза. Естественно, и это туда же. Все под одну... Нет? Ох вы. В минус. Так, делаем с тобой хил. Делаем укус. Не успокоится, да? Костолом неуспокоенный. Атака, Тихо ты, понижаем броню и добивает его кривоклык. Вот и все. Проще простого. Крутим и забираем с тобой что? 50 миллионов древесины. Ну что же, окей. Так, у нас закончилась энергия. 54%. Раз, два, три. 4, 5, 6. Блин, нам не хватает. Блин, а листья мне нужны. Что делать-то нам, а? Руны забрали. Слушай, придется нам, наверное, покупать. 260, блин, и потом еще 65. Ладно, тратим. Только ради листьев. Почему, ребята, я трачу? Ты хочешь сказать, у тебя же еще там один день впереди. Ребята, я завтра иду на работу. Я в эту игру уже не поиграю, понимаешь? И я не успею пройти, вот и все. Я не успею пройти. Или мне просто с работы, как угорелому, нужно будет сразу садиться за камп и пытаться, ну ты сам понимаешь, с работы уставший, не жравший, как говорится, не спавший. Это сложно. Можно, но сложно. Так, мы этого не можем пока добить. Да чтоб тебе, как ты вот... Ему всего лишь 3 энергии нужно для того, чтобы реализовать вот этот свой огнемет. В этом, конечно, он крут. Так, атакуем. Что у нас там? Разбег пока он сделать не сможет. Кусаем. Так, сейчас мы на него просто с тобой повесим слепоту и, в принципе, все. И сделать он нам здесь ничего не сможет. Хотя он попытается разбег. Да? Будешь пытаться? Нет. Даже не стал почему-то. Ну, переходим на вторую волну. И смотрим, что у нас тут. Кревет и шторморез. Я, наверное, начну с кревета. Твою налево. Как же он бомбит, а? Сурово. А вот со вторым событием, ребят, со вторым испытанием, я не знаю, что мы будем делать. Оно тоже длинное, и вряд ли у нас получится пройти одной заходкой. Вот так вот ты решил. Эх, не добили, чуть-чуть. А хотя ничего страшного. Мы вот здесь вот добиваем. Что он там делает? Просто кусает, понятно. Ну и на дорожку хильнемся. Вот как-то так. Поехали. Да блин, опять рыба что ли? Точно. Рыба собственной персоны. Рыба в собственном соку. Так, ну что, у нас получается сейчас обычный поединок. После него мы получаем пак. Потом идут мини-боссики. Опять проходящий бой. Забираем 200 листьев. Кстати, надо посмотреть, сколько у нас вообще листьев. Но я потратил очень, ребята, много дней. Я еще раз повторяю, сгорело 2 компьютера. Мне пришлось все это восстанавливать. Вот, мне почему-то кажется, что это из-за новых блоков питания, которые идут на 1400-1200. Мне кажется, там что-то либо с распайкой, либо фиг знает что. Не буду, ребят, гадать. Но факт то, что очень много времени на восстановление потратил. Как и личного времени, так и финансового эквивалента. Так, ладно, давай, наверное, этого добьем. И остается лаварык. Лаварык, ну-ка давай. Вот так, а кстати, тут всего лишь одна волна. Почему? Почему здесь одна волна всего лишь? Это вроде бы не боссы. Мне-то, в принципе, только хорошо. Так даже лучше. Защиту поставил, да? Ага. Давай-ка без вот этих вот шуточек своих.
Идеально. Что нам тут достанется? Давай плод мудрости. Ну, пожалуй, есть. Отлично. Сколько у нас, кстати, всего этого? Плодов и прилив сил. Я вот не смотрел. Забираем с тобой пак. На почту. Ну что, мини-боссики. Причем здесь их будет два. Два мини-боссика плюс проходящий поединок. Ну да. И придется нам еще с тобой восстанавливать все-таки энергию, как ни крути. Но тут ясен перец. Шепот смерти идет в топку самым первым. Ну ты-то что тут? Начнешь сейчас. Опа, фаербол зарядил. Так, делаем укус. И... так, погоди. Здесь мы добивку. Так, а этого будем наказывать, друзья мои. Сурово наказывать. Во-первых, отхил. Так, а он разбирается нелегко. Я думал, будет проще все, ага. Хиляемся, да? Так-с. Шепот смерти. Пристиголовый. Ну, тут даже не знаю. Мини-боссики все-таки. Наверное, вот этого растопчем первым. Ух, ёк, макарек. Растопчем. Или растопчат нас. Тут одно из двух. Это тоже фаербол уже, да? Блин, у него дикий укус. По-моему, хана. Нет, мы еще живем. Мы живем с тобой на добром слове. Что делаем? Уничтожаем, да? Да. Блин. Я знаю, что он, по-моему, огнем бомбит. У него массовая атака огнем. И как бы не хотелось бы под нее попасть. Раз, два. Здесь мы... Слушай-ка, может быть, синие против красных? Синие против красных. А, ладно, фиг с ним, давай так вот. Сейчас они вдвоем сходят, разгуляются здесь. Опа. Повышение атаки. Мне это не нужно. Поэтому делаем с тобой вот так. Ушатывай своего кореша, а мы уже, как говорится, ушатаем тебя. Поехали. Кусаем. Так, слепота, это, по-моему, последний ход у него, да, когда она действует. Укусик. Без крита. Мы его не пробили. Но ничего страшного. В любом случае, ему крышка. Все. Крутите барабан, господа, и забирайте свои призы в виде 125 миллионов рыбы. Окей. Это закрываем и двигаемся дальше. Ну что, как я и говорил, здесь будет проходящий бой за 200 листочков. А в конце награда, ты видел какая? Всего лишь 2000 янтаря. Стоит ли нам тратить с тобой руны ради 2000 янтаря? Вот как ты думаешь? В принципе, не стоит. Но там всего лишь 28 рун. Или 68? 68, по-моему, да, все-таки? Тратится. Вот тебе и дилемма. Я просто обожаю проходить полностью все от корочки до корочки. Вы меня знаете прекрасно в этом плане. Поэтому как бы оставлять это все на потом, ну, такое себе занятие, да? Ну что ты там? Так, слушай, кстати, у них очень много энергии. Они сейчас будут что-то чудить. Я больше уверен, что этот сейчас побежит, сломя голову, кого-то станет. И это будет, наверное, шторморез. Проверим мою догадку. Нет, это Кривоклык. Он это зря, конечно, сделал, потому что Кривоклык имеет очень сильную защиту. Именно от зеленых, потому что если смотреть по стрелочкам, да? Вот так вот. То есть атака пониженная идет по красным, а у красных, наоборот, по зеленым повышенная. Так что вот зря он свое это оглушение просто его потратил в никуда. Лучше бы он бы вот Барсика глушил, и то было бы, наверное, больше толку, да. Толку бы было здесь намного больше. Так, ну что, последняя волна. Слушай, здесь противнички очень-очень, блин, серьезные. Прикинь, водорез. Плюс вот этот охламон, фаербольчик. И этот еще тоже фаербольчик. Блин, а это сейчас будет понижать защиту.
И сейчас смотрите, что будет происходить. Этот... Нет, ну пока он просто ударит. Но все равно мало приятного. Так, здесь мы этого ушатываем. Здесь мы, наверное, блин... Давай вот так, наверное. Понизим ему защиту. Сейчас, по-моему, Барсику крышка. Так, точно. Скрита убил. Молодец, красавчик. Ну что? Теперь Громоль остается. С Громолем у нас тоже с тобой разговор отдельный. Так, и... Будем сейчас его добивать. Добиваем. Ну вот и все. Вращаем и забираем древесину. Окей. Так, листья, пожалуйста, на базу. И еще с тобой у нас один мини-босик впереди. Сейчас мы попробуем с ним справиться. Так, волн здесь две. Угу. Уже вижу неприятности, блин. Огнеплюй. Плюс шторморез. И плюс еще водорез. Элитная компания здесь, конечно, собралась. Видишь, что творит? Промахнулся. То, что он промахнулся, это очень круто. Так, этого мы уничтожаем. Дальше я буду все-таки водореза бомбить. С этим мы разберемся попозже. Они, кстати, оба понижают броню. Нифига ты. Так, срочно лечим. Так, добить сможешь? Красавчик. Никогда не подводит, практически. Да, у кого пониженная броня, конечно, он шпарит, будь здоров. С этим не поспоришь. Так, и мини-боссы. Кто у нас тут? Я не вижу, кто там. Ай, Лаварык, Громорок. Ну что, я, наверное, предположу. Так, у нас 4 груши, 4 прилива сил. В принципе, друзья мои, очень даже неплохой у нас комплектик. То есть я думаю, что нам хватит пройти босса. Так, что этот будет делать? Наверное, вешать щит? Нет. Плевать он хотел на него, да? Он сам на себя повесит. Да ладно, серьезно, что ли? Вообще ничего не стал делать. Удивительно. Так, Костолок, ты уж извини, но я буду тебя брать в расход, потому что Лаварык, ну, он не такой страшный. Он не такой страшный. Хоть противный, толстый, тугой, нудный, но не такой страшный. Так, что он будет сейчас делать? А, Костолом сейчас побежит. Ёк-макарёк, чё я так пропустил-то эту вспышку? Вспышка слева была, я ее даже не увидел. А этот подхалим... Хм, думал, будет добивать все таки Ну что ж, тогда же лучше получается. Лаварык, ты будешь Барсика трогать? Не то что трогать, он его вообще уничтожил. Тогда получай понижение защиты и укус. Так, задергался, затрепыхался. Ну, он чувствует, что, ребята, ему крышка, поэтому начинает. Сейчас он повесит защиту еще на себе, я не удивлюсь. Нисколечко. Тогда адьюс, амиго. Отдыхай на том свете. Что нам здесь выпадет в очередной-то раз? Древесина, как всегда. Но древесина это лучше, чем рыба, потому что рыбы у нас и так очень много. Ну, а мы с тобой переходим на мини-боссика. Да, восстановим, так уж и быть. Вперед из песней. Угроза драконий корень. Мы с тобой пройдем сегодня. От корочки до корочки. Так, две волны. Два громобоя. Естественно, вот этот подхалим. Причем все зеленое. То есть все стражники. Вот когда все стражники, это очень плохо. Во-первых, они очень тяжело разбираются. Никому не надо это объяснять. Плюс 3 энергии. Сейчас пламя будет. Хм, почему он не стал делать массовую атаку? Интересно. А, может быть, понял. Я вас прекрасно понял. Что вы этим хотите добиться?
Так, ну что, наверное, сюда укус. Так, нам бы нужно хильнуться. Вот что я тебе скажу. Слушай, у них сейчас будет... Блин, я вообще-то думал, что они будут массовыми атаками стреляться, но нет, не хотят. Тем лучше для нас. А мы с тобой еще залечим раны. Но... Да чтоб тебя блокируют. Ну все, это, по-моему, последняя блокировка с их стороны. Хотя, вряд ли последняя. Да, 4 энергии. В кого? Опять? Ага, вон он как сделал. Прощай. Ну и смотрим, кто у нас тут. Ёк-макарёк. Тройной удар босс у нас. И этот еще охламон там стоит. У-у-у, а чё так... А чё так туго вы разбираетесь, ребята? Слушай, нельзя позволять этому накопить энергию. Спасибо, что ты промахнулся. Я буду тебе очень признателен. Этому нельзя накопить 4 энергии, этому нельзя накопить 3 энергии. Иначе нам тут крышка. У них инициатива чуть слишком большая. Ходят они слишком часто. Я буду пока вот этого бомбить. Давай понизим ему защиту, наверное. Так, что? Потратил, молодец. Стоп. Стоп, 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 друзья мои. Вот так вот сделаем. Ага. Громорок. Сюда атакуем. Массовый хил. Бомбит, конечно, не по-детски. Но этого босса мы с тобой пройдем. Этого босса мы с тобой запинаем. Минус громорок. Так, здесь, наверное, мы не будем ничего с тобой пока делать. Все из-за того, что нам нужна слепота. Вот мы на него вешаем слепоту, ребята. И теперь этот партизан ничего против нас не сделает. Потому что мы его будем сейчас... Да, потихоньку, полегоньку. Но лучше так, чем получать супермассовые атаки. Окей. Так, сюда. Видишь, какой тяжелый именно на разборку. А куда он, интересно, дел свою энергию-то всю? Я не могу понять. Куда она у него делась-то? Хочется, конечно, очень хочется понизить ему броню. Но тогда, если мы с тобой потратим, нам не хватит на следующую слепоту. Она нам нужна будет. Так, укус. Ничегошеньки у нее не получилось. Опять же, вешаем слепоту. И вот таким вот образом мы из него, как говорится, всю душу-то и вытрясем. Теперь можно уже и сделать так, потому что все равно это последние удары. И добивка. Все. Что нам тут выпадет? На этот раз выпадает 175 миллионов рыбы. Ну и забираем с тобой 2000 тусклого янтаря. Давай, давай, забирай, не стесняйся. Отличная работа, боец. Да вы не боец, а миротворец. В моей голове это звучало куда лучше. Вот, держите. Спасибо. Так, здесь у нас какие-то наградушки. О, еще 30 листочков. Так, теперь хочу посмотреть, сколько вообще у нас на данный момент листьев. 1350, друзья мои, 1350, 26 дней в запасе. Нам нужно накопить 8000, постараться. Да, будет, мне кажется, сложно это сделать. Тем более без премиум пака. Ты понимаешь, да? Когда есть премиум, у тебя раньше начинается задание. Ты получаешь больше наград. Ну что, давай посмотрим следующее событие. Вот оно. Здесь у нас есть... Ох ты, 400 листочков, ребята. Подожди-ка, оно, по-моему, короче. Раз, два, три, четыре... О, так это событие мы сейчас пройдем с тобой. Блин, не хватает одной энергии. Ладно, 26 рун можно себе позволить потратить. Так, сколько здесь волн? 2. Но он пока здесь почему-то один. Так, ничего страшного. Кусаем. Бомбим. И добиваем.
Переходим с тобой на вторую волну. И что у нас там, я вижу? Так, Громоль. С Громоля, наверное, я начну. С Громоля я начну. Нужно его в первую очередь уничтожить, потому что, ну, атаки у него, сам понимаешь. Фаербол, что-то меня неохота ловить. И еще при этом распределяется урон именно по всем персонажам. И он сейчас, как, кстати, его, по-моему, зарядит, да? Точно. Вот пройдуха мелкий, а. Ну что, хиляемся тогда. И добиваем. Так, ну что, Громоля не стало. Теперь, что теперь? По идее, нам нужно как-то Костолома. Мы можем сделать следующее. Поставить на него слепоту. И я так и сделаю. Если этот, конечно, не потратит суперударом. Твою налево. Так это терпимо было. Так, пробиваем. Бомбим сюда. Этого уничтожаем. А вот фигушки тебе. А вот фигушки тебе. Кританем. Кританем, но не убьем. А он опять свой разбег. Но он не стал делать, а вот и зря. Четенько. Очередное колесо удачи. И удача. Да ладно. Шикарно, прилив сил нам выпал один. Ну что, мы с тобой идем. И здесь у нас мини-боссик. Мини-боссик, после него мы. Еще одна схватка будет и пак. Кто у нас тут? Душитель плюс громорог. Ну, ясен, красен. Будем с тобой, естественно, с душителя начинать. Так, секундочку, наверное, вот так вот сделаем. Понижаем ему защиту, укус. Он сейчас тоже кому-то снимет броню. 100% тебе говорю. Это был Барсик. Ну, громорог сам по себе ватник. Ну что, он атакует. Слабенько. Так, а вот мы его сейчас будем по полной программе дерибанить. Так, будем хиляться или как? Или все-таки... Не, я понижаю ему просто броню. Хильнуться мы с тобой успеем. О, видишь, что делает? Он, кстати, когда он вешает на себя щиты, ребята, он снимает с себя все негативы. То есть на нем было ослабление защиты, он щит повесил, и все это с него слетело. Чего? Три? Три пристиголовых? Вот это да. Первый раз вижу такое, чтобы вот три пристиголовых было. Опа. Хана, да, наверное? Ну нет, вроде пока еще живем, но мне кажется, что... Разберут они мне штормореза моего. Хоть мы и хильнемся с тобой. Ну вот, выживет ли он? А, ну тогда да, тогда выживет. Просто я думал, что если он фаерболом бомбанет сюда, и этот плюс укус сделает, тогда да. Но, видишь, все получается намного лучше. Мы даже с тобой почти полностью восстановили здоровье. Но, да, крышка им. Но это только лишь вторая волна, там, не забывай, еще будет третья. Кто на третьей волне, я ума не приложу. А сейчас мы увидим. Ёк-макарёк. Шепот смерти. Что ты здесь делаешь? Так, раз, два, две атаки. Мы добьем этого, да, Гаврика? Так, у нас два хода. Сделаем сюда ход. Плюс хильнемся. Но уклонение, шикарно, он даже не попал. Это большой-большой для нас плюсик. Так, ну-ка. Раз, два. Добить сможем? Вряд ли. Блин. Давай тогда просто укус сделаю. Нет смысла, ребята, тратить на него понижение брони, если следующая атака его просто уничтожит. А уничтожит его... Тихо ты, кривоклык. Теперь смотри, мы с тобой сделаем вот так вот. Плюс, вот сейчас в данный момент хильнемся.
Вот так намного лучше, чем когда было в первый раз. Если бы мы с тобой бы хильнулись бы и потом бы получили бы урон от второго престиголового, этому стоило просто бы добить Барсика. Но, как ты видишь, у нас все удачно получилось. Давай что-нибудь хорошее, полезное. 175 древесины миллионов. Но зато я смогу отправить какого-то дракона, знаешь, зачем? За железом. Так, пак, ну-ка открываем. Душитель, чудовище, шепот смерти, крылатый ужас, шторморез, парящий прихвостень и кривоклык. Так, ну здесь у нас обычный. То есть еще три поединка всего лишь остается. Это обычный, потом мини-боссик и в конце уже босс. Но опять же три волны. Что ты тут? Он у нас фаерболами, да? Бомбит. Огненный престиголов. Укус. Так, сейчас ждем от него выкрутаса. Вот он. Хиляемся. Так, скалотряс. И опять же, блин, пристигал. Да чтоб вас, а. Блин, они сейчас вдвоем-то, конечно, тут могут мне трепку устроить. Промахнулся. Шикарно. Но этот, естественно, будет двойной укус делать. От него не уйти. Добивка. Так, понижаем. Опа. Ёк-макарёк. Вот это он вжарил нам. Вот это он вжарил своим пламенем. Ты посмотри. Давай срочно хиляться. Кто у нас тут-то? Не вижу я. А что, они вдвоем? Третьего нету? Странно. Или я его просто не вижу? Да не, мне кажется, они вдвоем здесь. Так. Эх, не добил. Хиляемся. Хильнуться не получится у нас. Не хватает энергии, к сожалению. Это последняя волна, да? Можно здесь особо не бояться. Вот так вот. Прошли на одном дыхании. Ну, как всегда, надеемся на что-то лучшее и получаем худшее. А когда ты вообще ни на что не надеешься, то, возможно, даже приз лучше будет. Так, ну что, забираем с тобой пак на почту. Мини-боссики, готовимся, ребята. Мини-боссик. Кто? Сколько волн? Я думаю, волны должны быть две. Три? Три волны на мини-боссике? Вы серьезно сейчас? Так. Совсем, ребята, дело дрянь. Я думал, что будет две волны. Быстренько с тобой пробежимся. Но пока мы дойдем до мини-боссика, у нас уже будет здоровье с тобой. По мизеру. Понимаешь, о чем я? Сейчас он тут что... Так, они мне хотят... Кривоклыки, что ли, уничтожить? Но только не фаербол. Фух. Хильнемся, наверное, да? Хильнемся. Пробивной. И укус. Сейчас что-то будет, друзья. Сейчас что-то будет. Но ничего страшного. Так, смотрим. Блин, одни пристиголовые. Да что ты будешь делать-то, а? Ясен перец, тут хиляться надо будет. Давай сюда атакуем. Плюс сделаем с тобой отхил массовый и укус. Этот не жилец. Ну, они сейчас две атаки разыграют. Этот ударит, а этот фаерболом бомбанет. В кого? Сюда, наверное? Ага, вон туда. Так, захиливаемся, уничтожаем этого. И укус. Так, он ближнюю атаку делает. И мы его добиваем. Так, ну что, кто у нас там мини-боссик? Это у нас громобой и душитель. Поехали, начнем с этого. Этот танк у нас, с ним очень тяжело будет драться. Давай я просто укушу. Укусим. Так, смотрим. Раз. Ты что будешь делать? Опа. Он промахнулся. Раз он промахнулся, ребята. Так, подожди, давай, наверное, все-таки хильнемся заодно с тобой, да? Плюс сделаем укус.
Можно было бы, в принципе, понизить ему броню. Если мы ему понизим броню, естественно, он разберется в разы быстрее. Но у него энергия копится. Да плевать, я хотел на эту энергию. Давай делать укус. Ну, сейчас кого-то запечатает, но это последняя волна, поэтому... Ты он еще и промахнулся. Тогда пока. Крутанем колесо. Плюс у нас там с тобой, смотри, два светлых янтаря, которые мы забираем с превеликим удовольствием. И теперь придется нам сделать один откат. Именно по энергии, потому что энергии нету. Поехали. Но я думаю, что мини-боссу сейчас будет крышка. У нас с тобой есть все-таки и прилив сил, и груша, и все, что надо. А сколько волн? Три опять, что ли? Две. Так, но начинается, как ты видишь, с мини-боссиков. То есть, понятен перец, мы начинаем вот с этого хламона. Я не хочу, чтобы он тут фаерболы свои раскидывал налево и направо. Костолом, конечно, тоже неприятен. Но он неприятен только лишь в том случае, когда начинает делать свой плешивый разбег. Ну, фаербол, фаербол. Так, ну что, добьем, наверное, мы его, да? Упс. Что-то добивка-то у нас не работает. А если я сделаю... Блин, не хочу я так делать. Не хочу. Я лучше сейчас, знаешь, что сделаю? Отхиляюсь и заодно вот этого уничтожим. Ну и костолом все-таки тоже получит немножко урона. Так, наверное, намного эффективнее, да? Так, а вот теперь можно, в принципе, ему и понизить броню. Но он будет разбегаться. Странный какой-то малый. У него все есть для того, чтобы хоть кому-то сделать офигенный урон. Он этого не делает. Ну и фиг с тобой. Слушай, мы не будем, наверное, так делать. Отлично. Ох, ёк, макрик. Вот здесь нужно быть, ребята, очень аккуратным и очень быстрым. Очень быстрым. Так. Этот фаерболами, да, бомбит? Этот, по-моему, тоже. Сейчас, подожди. Если я сделаю отхил... Отхил нам пока не нужен. Но это пока. Так, погоди-ка. Сейчас будет ходить вот этот. Потом опять этот. Ладно. У них пока энергии нету, они ничего тут серьезного не сделают. Так, окей. Сюда. Плюс отхил. И добиваем вот этого с тобой, да? Добили. Так, теперь. Блин, я не помню. Он, по-моему, у нас фаербольщик. Слушай, можно его, в принципе, разобрать. Причем довольно быстро. Мини-боссик вот этот, да? Намного сильнее, чем основной босяцкий. Смотри. Так, что ты там хочешь сделать? Ясно. Да блин. Ладно, укус. Ну вот и все, хлопчик. Ты доигрался. Как говорится, мы дожили, да, до него. И сейчас будем по полной программе его расписывать. При этом еще хиляться и наслаждаться. Так, и добивочный. Все, ребята, поздравляю нас с прохождением еще одного события. Крутим колесо и получаем опять древесину. Ну что же. Древесина так древесина, и забираем 400 листочков. То есть сейчас у нас где-то приблизительно около 2000, да, получается, листьев. Вот крутотень. Делегирование рулит. Вот вам доля прибыли состава, которые делали уж точно не мы. Ну и не я. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Пак. Открываем. Древоруб, лаварык, душитель. И все, да? Немножко рун. Так, тусклый янтарь, естественно, тоже забираем. 2000. И, ага, еще один загадочный пак. Душитель, громобой, ужас.
И больше пока ничего полезного. Так, и у нас здесь еще остается блестящий янтарь. Светлый блестящий янтарик. Мы его с тобой тоже забираем. Смотрим, сколько мы накопили листьев. Ну да, я тебе говорю, почти 2000. Ну, не хватает 250 листочков, чтобы уж быть точным. Но, тем не менее, это уже неплохо, да, ребята? Так, теперь я хотел отправить какого-нибудь дракона на поиски железа. Кто у меня может делать поиски, и желательно не одну железку. Так, друзья мои, нашел я, кто у нас может добывать железо. Кревет. Да, лети. Опа. Всю рыбу почти слопал. Гаденыши такие, а? А может быть еще кто-нибудь? Никто не хочет больше мне подобывать железо? Нет, видимо, никто больше не хочет. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!